Здравствуйте, в студии Ирина Меркурьева. Новости Анапы регион продолжит эфир канала РЕН-ТВ. Сегодня в выпуске. У благоустройства города сотни нюансов. Какие первостатейные важности показал объезд города? Начинаем с зарядки. Всемирный день здоровья в Анапе. Лифт в будущее. Инновационные проекты школьников в практике. А сейчас обо всем подробнее. Единственный погожий за неделю день – понедельник. Глава города Сергей Сергеев провел на улицах вместе со своими заместителями и службами, ответственными за благоустройство и порядок в городе. Глава недоволен количеством разрытий в городе и качеством восстановления дорожного покрытия после таких работ. И мы здесь должны быть каждый день. Каждый день должен кто-то приходить. Тогда будет топ. Вот в таком виде все стоит неделю. Сейчас для чего? Проливается, да. Утрамбовывается. Да. Есть специальная техника, которая это сделает за 2 дня. В самом людном месте, у перехода к центральному рынку по улице Красноармейской, глава обращает внимание на сходы с тротуаров. Изготовленные из бордюров, положенных на ребро, такие сходы преодолеть непросто. Пожилой пешеход это наглядно тут же продемонстрировал. Вот в таком положении у нас большинство перекрестков, разрытий и так далее, и так далее. Вот это надо все устранять. И вот если мы захотим, то это в течение суток можно сделать. То есть поднять этот бордюрный камень, который боком уложен, и сравнять его с проезжей частью, чтобы мог инвалид проехать, чтобы могли с коляской с детской проехать. Уже не в первый раз Сергей Сергеев обращает внимание на состояние люков для ливневой канализации. Они по большей части забиты грязью, разрушены. Глава настаивает на позиции. Для курортного города должны стать нормой работа по очистке и помывке въездных трасс и барьерных ограждений. С краевиками надо работать. Кто барьерку будет мыть? Вот эту. Так она должна помыта уже быть. 3-5 раз должны помыть они ее. Этот кусок грязи стоит, а тут рядом город, курорт Анапа. Он обращает внимание на отношение частников к Пионерскому проспекту, проживающих здесь. И приводит наглядный пример. Когда хозяин заботливо готовит свой дом и магазин к сезону, оставляя без внимания то, что его хозяйственная деятельность натворила вокруг. Вот. И он ремонтирует себе вход, все, а перед домом лужа. Он магазин построил. А почему водосток сюда? Вот почему сюда? Пусть делает септик собственник. Либо прорываем канавку и к нему во двор это все. Посмотрите, вот на что карман похож. В процессе осмотра набережной главе постоянно подходили анапчане с предложениями. Скажите, пожалуйста, почему у нас нет туалета в Ореховой роще? Вот нет туалета. В Ореховой роще? Да, и вот здесь закрыто. Вот мы гуляем с колясками, нам должны куда-то сходить пописать. Ну, летом будет работа. Ну, летом понятно, а в Ореховой роще? В Ореховой роще подумает. Хорошо. Еще в прошлом году глава города давал задание решить этот вопрос. По программе «Безопасная среда» доступный и удобный для инвалидов туалет будет установлен в ближайшее время у главного входа в парк. Сергей взял этот вопрос на личный контроль. Женщины заметили главе, что на набережной не дежурят полицейские, поэтому воруют и ломают лавочки, ездят на автомобилях. Посмотрите, что делают. И скамейки, и вот это раскачивают, да, то же самое. Бросают. Ни милиции, вот сколько гуляем, ни казаков, никого здесь. Справедливым было и замечание по поводу забора на старом кладбище. Некоторые секции обрушились, проржавели крепления ограждений к морю. В этом году ЖКХ их частично заменит, а покраска ограждений уже начата. Глава также с удовольствием отметил и хозяйский подход отдельных собственников к содержанию прилегающей территории. Активизировать работу по благоустройству курорта, обеспечить цивилизованный внешний вид объектов придорожной торговли, пресечь любое движение транспорта по пляжам. Эти и другие поручения дал сегодня на общегородском планерном совещании в администрации глава Анапы Сергей Сергеев. В городе продолжаются мероприятия всекубанского двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройства. Накануне глава курорта провел несколько объездов территории города и сельских округов. По выезду в просторный. Составить проектно-сметную документацию срочно на реконструкцию проезжей части ваша, Владимир Ильич. Значит, на побелку и изоляцию теплопровода ваша проблема. Значит, Евгений Степанович, обеспечить это все финансирование. Также необходимо организовать полную ревизию остановочных павильонов. Там, где люди расклеивают объявления, установить специальные доски. Совместно с ГИБДД отдел по транспорту должен пресечь любые попытки поездок по анапским дюнам. Я говорю об ограждении старого кладбища и говорю в этом же районе об ограждении набережной. Вернее, ну да, будем говорить набережной. Там, где обрывистый берег. Есть пролеты, которые уже сгнили. Там агрессивная среда зимой, соленая все это.
и дожди, и все-все-все. И быстро все это съедается. Хватит латать. Надо делать там, где уже пролеты выскочили, делать новые. В списке дел по наведению порядка вымыть и окрасить ограждение вдоль дорожного кольца возле санатория «Россиянка» и благоустройство подходов и подъездов ко всем кладбищам. Другая тема о народных избранниках и лидерах, точнее о значимости их работы в глазах избирателей. Берем список действующих депутатов и по каждому из них проводим социологическое исследование. То есть сначала мне покажете анкету, которую мы разработаем, и силами нашего института. У нас есть опыт, у нас есть специально подготовленные люди. Проверяем популярность, узнаваемость, значимость для территории на тех территориях, по округах, по которым депутаты избраны. По результатам социологических опросов и сам электорат, и власти будут понимать, кому стоит смело доверять. Всемирный день здоровья. Анапчане отметили его массовой зарядкой на Театральной площади. 7 апреля в 1948 году создана Всемирная организация здравоохранения. Каждый год День здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты. Подробнее в следующем сюжете. На Театральной площади более сотни анапчан различного возраста. Все они пришли на общегородскую акцию «День здоровья». Молодым активистам погода нипочем и под дождем готовы делать зарядку. От имени главы нашего города Сергеева Сергея Павловича поздравляю вас с праздником, со Всемирным днем здоровья. И поэтому актуально будет вам пожелать: будьте здоровыми, всегда молодыми, энергичными, счастливыми и самыми активными анапчанами на этой земле. 2015-й объявлен в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На территории Анапы проводится активная системная работа. Медицинские работники рассказывают жителям о факторах риска возникновения болезней системы кровообращения, их профилактики. Все это в комплексе, оно положительно влияет на состояние здоровья человека, способствует продолжению жизни. Это самое ценное, что есть у каждого из нас. Для молодежи организовали интерактивные площадки. Ребята прыгали через скакалку, тянули канат, участвовали в спортивных эстафетах. Врачи проконсультировали анапчан по занятиям физкультурой, здоровому питанию, режиму дня и отказу от вредных привычек. Желающий бросить курить смог не только задать вопросы специалистам, но и измерить объем своих легких. Как правило, за своим здоровьем мы следим тогда уже, когда что-то случается. А если такие мероприятия будут проходить, ну, может быть, кому-то это поможет на ранней стадии выявить какую-то проблему. Я только первый раз здесь, а мы с подругами мимо шли, и думаю, я говорю, давай встанем. Встали зарядку делать, было очень интересно. В данный момент я хочу проверить сердце, как я молодая, мне 27 лет, и вот хотелось бы проверить. Я совсем недавно узнала, что здесь проходит такое мероприятие, это было очень интересно, поскольку спорт – это жизнь, поскольку спорт – это сила. Настроение праздника здоровья создавали известные молодежные творческие коллективы и солисты, которые выступили на площади с концертной программой. В Анапе по инициативе Совета ветеранов и при поддержке главы курорта Сергея Сергеева создан фонд «Победа». Дел к празднованию 70-летия Великой Победы много. Не все можно осуществить за счет городского бюджета. Приняли решение создать фонд, куда каждый желающий может перечислить посильную для него сумму. Уже откликнулось около 150 жителей и организаций курорта. Благоустройство ко Дню Победы и чествование ветеранов Великой Отечественной войны – вот основные статьи расходов благотворительных средств. Предложение от руководителей служб и глав сельских округов пока не поступало, а время уходит. Администрация в целом больше всех перечислила, а затем идет следом же сразу водоканал. А вот Казарян Геннадий Артемович 50 тысяч перечислили, 50 тысяч ДРСУ перечислила. Потом пошли от разных подразделений 30 тысяч, 28 тысяч, есть это отдельно от 500 рублей до 1000, ну, где-то кто сколько может, на какие цели там предусмотрено. Это частичный ремонт захоронений где-то возможно поощрение ветеранов. Где-то ветеранов, о чем вы спросили, оградку поправить. Где-то, может, у его дома тротуар положить, и люди скажут спасибо. Для распределения поступивших средств создан специальный попечительский совет, в состав которого вошли депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и труда. Я к коммунальным службам обращаюсь. То, что у нас не вошло в какие-то конкурсные процедуры, мы обязательно что-то забудем. Мы для этого создали вот этот фонд. Все, что касается празднования Дня Победы. И 9 мая этот праздник не закончится.
Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников – Благовещение. Его название передает главный смысл связанного с ним события – возвещение Деве Марии вести о зачатии Христа. В этом году Благовещение приходится на второй день предпасхальной недели, в самый строгий пост. В храме иконы Божьей Матери Державной после богослужения маленькие прихожане, казачий класс 5-й школы, остался на занятия в воскресной школе. Задание у ребят было простым и занимательным – приготовить подарок самым дорогим им людям в виде пасхального яйца, пластилиновой аппликации, магнита на холодильник по теме великих праздников – Вербного воскресения, Благовещения и Пасхи. Мы сделали яйца из ниток, из макаронок. Мы подарим либо своим родителям, либо своим, либо друзьям, родственникам или братьям, сестрам. Я изобразила голубочка и вербочку. Урок православия усвоен на отлично. Сегодня благая большой праздник, Благая весть. Это когда Бог послал ангела, чтобы ангел спустился на землю и сказал Марии, что у нее родится сын, но этот сын будет сын Бога, спаситель земли. При храме иконы Божьей Матери Державной, кроме воскресной школы, действуют три кружка рукоделия, в том числе один для инвалидов. Работы к Пасхе выставлены в храмовой библиотеке. Освящение куличей будет проходить в храмах в субботу каждый час с 10 утра до 20:00. Основное освящение состоится после торжественной пасхальной службы, которая начнется в 24 часа ночи. Во Всероссийском детском центре «Смена» завершила работу научно-образовательная школа «Лифт в будущее». Школьники провели анализ развития наукоемких отраслей экономики и разрабатывали инновационные проекты, расскажет Наталья Измызгова. 150 победителей ежегодного всероссийского конкурса школьных проектов «Система приоритетов» приехали во Всероссийский детский центр «Смена», чтобы погрузиться в науку и практику. В рамках научно-образовательной школы «Лифт в будущее» ребята создавали инновационные проекты в различных отраслях науки и техники – медицина, экология, биотехнология, информационные технологии и промышленность. 30 лучших проектов представили в рамках выставки «Юниор Экспо». Александр Гончаров обеспокоен самочувствием дедушки, который живет далеко от города. С коллегами разработал уникальный браслет. Сможет отслеживать их давление, пульс и вообще положение тела в пространстве. И в случае резкого ухудшения их параметров может дать об этом сигнал. То есть отослать СМС, либо вызвать скорую помощь уже на место с помощью GPS-модуля и GSM. Школьники 9-11 классов заинтересовались моллюсками. Провели масштабное исследование водоемов курорта и придумали, как очистить их от водорослей естественным путем. Наш проект позволит усилить отрасль морекультуры, слабо развитую в нашей стране, а также поможет решить сразу несколько проблем. Это увеличение популяции двусорочных моллюсков, которые естественным путем у нас, к сожалению, невозможно уже вернуть, а также поможет очистить косвенным путем биомассу водорослей, уменьшить биомассу водорослей, которая сейчас является очень критичной проблемой для города. Внедрить проект обойдется около 22 миллионов рублей. Но юные экологи позаботились и о получении прибыли. Придумали, как окупить проект за 4-5 лет за счет продажи мидий. Инновации по достоинству оценили руководители передовых компаний страны. МТС, Биофарм, МЕЦИ, Университет машиностроения и другие. Я обратил внимание на ребят, которые показывали нам, насколько уязвимы сети Wi-Fi, сети для передачи данных, насколько уязвимы сети мобильных операторов, GSM-сети, сети третьего поколения. Видно, что молодежь интересует безопасность. Проект озеленения центра «Смена», проект увеличения энергоэффективности клиник, замены в сельском хозяйстве малой авиации беспилотниками и многие другие. Ажиотаж вызвала стратегия энергоснабжения полуострова Крым. Свежий взгляд на многие вещи, озабоченность серьезными проблемами. С такими учеными будущее обещает быть ярким и высокотехнологичным. И это все новости на сегодня. Наталья Измызгова с прогнозом погоды на завтра. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. На деревьях первая зелень. Апрель окреп и вступает в свои права. Дни становятся все теплее и солнечнее. Но какой же апрель без весенних осадков? В среду синоптики прогнозируют небольшие дожди. Усилится юго-западный ветер до 12 метров в секунду. В дневное и ночное время столбик термометра покажет всего плюс 8.
Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.